Впечатления были просто самые необыкновенно чудесные, потому что я вышла, и у меня вот аж перехватило дыхание, поэтому я встретила Булата Можигулова, и он говорит: «Как вам?» А я не могу мысли собрать, потому что правда. Вы знаете, наверное, это было... Меня переполняла, во-первых, гордость, я не знаю почему, за нашу землю, за нашу природу, да. Второе, я просто... Ну, я же визуал, потому что я дизайнер, да, я художник, поэтому я восхищалась тем, какие у нас красивые девушки, да. Я восхищалась этими движениями, потому что это, знаете, такой вот как мюзикл, как арт такой, да, современный балет. Там, то есть, видимо, много как-то вот, ну, то есть это не классика, да, это что-то такое современное, такое арт. И вы знаете, во всем этом, вот я всегда говорю, почему любят мою одежду, да, наверное, потому что в моей одежде есть запах казахский, да, это вот, ну, если сказать на казахском, это казах мисубар, да, то есть это вот такое есть выражение, да, а в этом балете чувствовался вот тоже запах наших степей, запах полыни, вот это дуновение ветра, это эти закаты, рассветы, этот ветер, потом, знаете, вот когда шел дождь. Это было чудесно, правда. Я смотрела и думаю, ну, знаете, это даже, ну, это такое вот большое, огромное восхищение, правда.